А 22 ноября житель Ростовской области устроил стрельбу. Как сообщает пресс-служба ОМВД Анапы, инцидент произошел в 21:30 в поселке Цемодавалка. Мужчина произвел несколько выстрелов в сторону оппонента, при этом выкрикивая угрозы. Полицейские составили на подозреваемого ориентировку. Искали мужчину 1990 года рождения. Позже правоохранители задержали 31-летнего жителя Ростовской области. Тот пояснил, что в ходе конфликта с тремя знакомыми произвел один выстрел в воздух, а не в людей, так как опасался за свою жизнь. 22 ноября в поселке Цемодавалка у меня произошел конфликт с ранее знакомыми мне людьми в количестве 3 человек. Опасаясь за свою жизнь, я произвел выстрел в воздух, после чего конфликт был исчерпан, и я покинул место происшествия. Сотрудники отдела МВД России по Анапе устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам проведения проверки будет принято процессуальное решение.